Я осужден Иконии в Куаныш. Я понимаю, что этой записью я подвергаю своей жизни опасности. 27 октября 2011 года я прибыл в это учреждение, АК-159-7, 41-я колония. Со дня прибытия в это учреждение я подвергаюсь по сей день к жестоким избиениям и к различным пыткам. Бьют в основном дубинками, пытают электрошоком. Не только меня, и другие осужденные подвергаются этому. Хотя мы согласны с режимом содержания на законных основаниях. С нами обращаются как со скотиной. Пожалуйста, кто смотрит эту запись, помогите нам. На моих глазах произошло жестокое избиение одного осужденного, который 3 ноября 2011 года тоже прибыл в это учреждение. После жестоких пыток и избиений этот осужденный умер. После я узнал, что это Ярославов Шамиль. Медперсонал не оказывает никакой человеческой помощи. В день приезда Ярославова Шамиля и после того, как их жестоко избили, пришла сама начальница медсанчасти Есенбекова Кенжигуль. Она сказала другим сотрудникам, что они чем-то не согласны. Да забейте вы их, если что, это смена за мной. Они все смеялись с друг другом, шутили. К начальнику по личному вопросу мы не можем обратиться. А если начальник колонии делает обход, мы не можем ему в глаза смотреть. Нас ставят в какое-то положение, которое называется спутник. Мы все смотрим в небо, вот так стоим. А кто посмотрел к начальнику в глаза, того потом наказывают, избивают, пытают. Пожалуйста, помогите нам. Я не отказываюсь от дальнейшего отбывания своего срока, потому что больше половины срока я уже отбыл. Мне есть что терять. У меня есть жена, у меня есть семья, есть родные и близкие. Я не склонен к суициду и каким-либо различным действиям против себя. Я хочу жить, я хочу нормально освободиться. Если вы смотрите эту запись, значит, со мной что-то происходит, или произошло, или уже меня нет в живых. Пожалуйста, помогите нам. Когда приезжает различная комиссия, они подставляют своих людей, то есть тех осужденных, которые работают на администрацию, которым, наверное, терять нечего, потому что они вместе с администрацией избивают нас, издеваются над нами, унижают нашу честь, унижают наше достоинство, пытают нас, когда мы пристегнуты наручниками. Где это, в каком законе это написано, что заключенный может перевоспитывать заключенного? Очень тяжело здесь. Кто видит эту запись, это крик души, это крик нашей души. Пожалуйста, помогите.